Утро на Болткове. Олег Пека, Алена Подымова. Утро на Болткоме продолжается. Мы поговорим о, наверное, самом главном событии в латвийском кино. Как всегда, ежегодное вручение награды Лейлайс Кристапс. И мы сегодня поговорим как раз с директором Лейлайс Кристапс. Марта Битте с нами на прямой связи, продюсер и директор Лейлайс Кристапс. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Может быть, несколько слов о том, значит, какие будут возможности у зрителей посмотреть фильмы, ведь это всегда и возможность еще раз ознакомиться со всеми лучшими картинами, которые выходили на протяжении года, и, может быть, там какие будут, может быть, премьеры, какие события интересные, связанные вот в рамках этого фестиваля и вручения наград. Ну да, национальный киноприз «Лейлайс Кристапс» — это не только церемония, это тоже показы фильмов. У нас будет показ фильмов с 24 по 26 февраля в кинотеатре «Splendid Palace». Это уже традиционально наш дом нашего мероприятия, дом нашего приза, и там зрители смогут посмотреть почти все номинированные фильмы. И даже один номинированный фильм еще не показывался. А какой это фильм? «Скара» на театрах будет только в апреле. «Гадспирмскара», год перед войной. Это режиссер Дав Сименс, только фильм будет показан только в апреле этого года. Просто в связи с пандемией у нас, как вы знаете, немножко поправились все графики, изменения все время. Как вы знаете, Лейлайс Кристапс в последние годы происходил в ноябре, но так как был локдаун, мы перенесли эти даты на февраль. Для нас тоже это немножко необычно, что в этом году национальный киноприз происходит в конце февраля, сразу после Берлинского фестиваля. Да, кстати, ведь закончился Берлинский фестиваль, уже наградили. А какие картины, может быть, ну, несколько слов о фильмах, которые получили больше всего номинаций, которые сейчас вот на слуху и которые вот можно как раз посмотреть? Ну, зрители смогут посмотреть художественные фильмы, документальные фильмы и анимацию. Конечно, наиболее всегда интересно посмотреть большие художественные фильмы, у которых действительно много номинаций. Это фильм, извините, я просто на русском, наверное, не знаю правильно. Нет, там, я думаю, что... Фильм «Тиз Ленес», да? Молодой режиссер Марта Элейн Мартинсон, да, тогда еще будет фильм «Бедре», «Яма», да, который наша заявка на «Оскар» в этом году. В фильме будет премьера документального фильма «Узнерди Браса», «Прощай Браса», да, это у нас уже такой режиссер, которого знают многие зрители, да, режиссер документальных фильмов, Иверс Зиедрис, его новый фильм про закрытие тюрьмы в Брассе, или Брассе, будет премьера в пятницу, 25 февраля. И будет еще премьера еще одного документального фильма. Это режиссер Андрейс Верхостинскис про художницу Бируты Делли. Это будет в субботу, 26 февраля. И будет еще премьера двух художественных фильмов. Это будет вне конкурсные показы. Нам просто очень интересно показать зрителям тоже какие-то новые картины, да, это будет премьера многосерийного фильма «Криминал лет и ассоциации». Это будем показывать даже в открытии первые два серии. Да. Это по классическому роману Голдберга, да.
И еще один внеконкурсный показ – это у нас молодой режиссер Марцис Лацис, и у него художественная картина «Революция» будет в пятницу, 25 февраля. И хочу еще сказать, что зрителям есть возможность посетить любые эти мероприятия, даже премьеры и открытия. Можно купить билеты в кинотеатре Splendid Palace или в интернете кино. В интернете, да. А скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что один из фильмов претендует даже на Оскар, получается. Есть ли, в принципе, у латвийского кино шанс выйти на большую международную арену и стать прям знаменитыми, вот как американские, например, там, или британские фильмы, то есть, потому что, как мы видим, что латвийское кино действительно развивается семимильными шагами, о нем все больше слышно, показывают фильмы в кинотеатрах, снимаются сериалы с актерами из других стран, то есть, вот как из России, из Украины, вот как с криминальным сериалом-то, который я очень жду. Ну да, конечно, я только могу присоединиться, что сейчас происходит такой ренессанс латвийского кино, несмотря на то, что пандемия и разные такие условия, с которыми мы должны сейчас работать. Но, например, фильм «Гадс пирмс кара», «Год перед войной», уже международная премьера была уже назад в Ротомском международном кинофестивале. Да, это один из больших фестивалей, это фестиваль А-класса. Да. Так что они, фильмы уже показываются в международной арене и даже получают призы. Да. У нас один тоже из таких, можно сказать, знаменитых режиссеров, это режиссер Лайла Пакалниня. У нее художественный фильм «Спогули» — это «В зеркале», да, если правильно говорю, тоже был показ в международном фестивале «Премьер». Да, это тоже очень интересный такой инновационный фильм. Эстетика интересная, весь фильм снят в эстетике селфи. Да. Так что я тоже могу только молодежь приглашать на этот фильм. Очень интересно. Художественный фильм снят весь в стиле селфи. Да? Это такой, очень технологический и, как говорится, креативно, очень интересный подход. Ну, и другие фильмы, да, они показываются в международных фестивалях и получают призы. Мы много об этом говорим, конечно, и, как-то... Я думаю, сейчас совсем не время думать, что что-то не так с нашими фильмами. И качество, и количество все время становится лучше. И наши продюсеры тоже работают с ко-продюсерами, да, почти все большие фильмы сняты вместе с ко-продюсерами, и вот этот как бы тоже помогает в международной арене. Марта, скажите, пожалуйста, ведь стриминговые платформы, такие как Netflix, там их очень сейчас много, какую они могут сыграть роль, поскольку ведь это дает возможность зрителям других стран сразу, он попадает в такой, можно сказать, международный, телепрокат, но тем не менее он доступен зрителям сразу всего мира. Ну, конечно, да, сейчас такое время, когда платформы все, больше значения имеют в дистрибуции фильмов, и не только дистрибуции, но участвуют тоже как ко-продюсеры, да. Это, например, наш многосерийный фильм «Криминал лето». Если оцениваем, тоже ко-продюсирован с платформой LMT, так что они, платформы имеют значение, да, не только для показа, но и для снятия фильмов, да. Netflix пока наши фильмы не попали в этом или в конце прошлом году мы видели там первый эстонский фильм, да.
Ну, я думаю, что наши продюсеры тоже над этим думают и работают, и скоро это произойдет. Но наши платформы, конечно, участвуют очень интенсивно. Но мы видим и Да, участие и и. наши номинированные фильмы тоже уже можно видеть в больших наших латвийских платформах, да, сейчас в стриминговых. Так что не только в кинотеатры, но сейчас можно посмотреть и в платформах. Ну, это очень радует, на самом деле, Да, что и латвийское Юрис кино. Жагарс, я хочу сказать, что снялся же Да. как раз-таки в сериале, который можно посмотреть на Netflix. То есть наши латвийские актеры появляются. Это очень здорово, что мир сможет узнать, как бы, про латвийское кино, про латвийских актеров. У Но нас я шикарные актеры. хочу сказать, я был свидетелем одной очень приятной сцены, когда я выходил вот после одной из премьер латвийских фильмов. Вот как раз это было абсолютно, вот шла парень и девушка за мной, и девушка, обращаясь к парню, сказала: «Ты знаешь, я хочу смотреть наше латвийское кино». Я вдруг удивилась, но я хочу смотреть наше кино. И это меня вот очень поразило, вот именно то, что, да, это, наверное, вот желание уже зрителей смотреть кино, это большой стимул для того, чтобы эти фильмы снимать. А что с финансированием? Вот насколько, ну, продолжается ли так в таком же объеме финансирования, как было вот на год столетия Латвии, мы видели большое количество фильмов? Ну да, это, конечно, радует, что продолжается финансирование, да. У нас сейчас как раз большой конкурс новый, да, с таким бюджетом немаленьким. Это европейское финансирование, да, где могут участвовать наши продюсеры, чтобы снять полнометражные художественные фильмы и многосерийные фильмы, да, так что там никакого такого, как говорится, движения назад сейчас нет, так что мы можем ждать новых фильмов даже до конца следующего года будут выпущены вот фильмы, у которых сейчас конкурс будет в начале этого года, да, еще. Так что будем ждать новых полнометражных фильмов. Ну и уже, наверное, подводя итоги, еще раз напомним нашим слушателям, что с 24 по 26 вот в кинотеатре Splendid Palace можно будет посмотреть, а на вот платформе Filmas LV будут ли какие-то мероприятия? Да, там немножко другая программа будет, да, там будет, да, Filmas.lv, эта платформа доступна всем, всей Латвии бесплатно, да, там немножко другая программа, там будет программа ретроспективы, программа художника по костюмам Ева Кунзеня, которая в этом году получает приз, да, за, как это правильно сказать, мужа Еголда есть, Да, да. за заслуги, да. Ну, да, наверное. Вот в ретроспективе там можно будет посмотреть и конкурс студенческих фильмов, да. Конечно, хотелось бы тоже какие-то большие фильмы там посмотреть, но мы приглашаем эти фильмы смотреть все-таки в платформах и там TED, и LMT, где и Vimeo даже, да, где уже ну, куплены эти лицензии этих фильмов, да, эти фильмы пока бесплатно показывать мы не можем. Поэтому фильм с ЛВ немножко другая программа. Но в любом случае тоже это возможность приобщиться к фестивалю и празднику нашего Да, латвийского и мы кино. можем пожелать огромной удачи, чтобы латвийское кино развивалось и дальше, и чтобы фестиваль Лейлас Кристапс прошел успешно. Я понимаю, что продажа билетов уже, наверное, идет на эти фильмы. Можно приобретать их. Да, можно приобретать в кинотеатре Splendid Palace даже на открытии, на многосерийный художественный фильм. Будем показывать первые два серии. И не забудьте включить телевизор 27 февраля, это воскресенье вечером, будет церемония вручения призов латвийским фильмам и профессионалам.
Спасибо большое, спасибо. Директор фестиваля и национальной премии Лейлас Кристопс Марта Бита сегодня была с нами на прямой связи. Удачного дня, спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну и мы завершаем утро на Болткоме. Алена Подымова, Олег Пека. Но я продолжу еще с Константином Бранксом. Будет программа «Климат-контроль». А я желаю отличной пятницы всем и хороших выходных. На одной волне с городом.